Цветы для автоледи. С Международным женским днем представительниц прекрасного пола поздравили инспекторы Щелковского отдела ГИБДД. В центре города стражи порядка вручали женщинам букеты весенних тюльпанов с добрыми пожеланиями в праздник 8 марта. Вместе с цветами инспекторы дарили женщинам нужное в обиходе приспособление – крючки, с помощью которых можно безопасно вешать сумки за водительским креслом. Наряду с подарками сотрудники госавтоинспекции напомнили спешащим по делам леди о соблюдении правил дорожного движения. Дорогие женщины, поздравляем вас с этим прекрасным праздником весны, Международным женским днем. Желаем вам всего самого хорошего, счастья, весеннего настроения, благополучия, а главное – безопасности на дорогах.